Nokia 58 2.0. Замена подложки нижних кнопок. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 58 2.0». В данном аппарате нижние кнопки идут на отдельном шлейфе. Его замена необходима как при выходе из строя самого шлейфа, так и при неисправной работе кнопок. Сначала металлической лопаткой поддеваем и отщелкиваем блок с пластиковыми кнопками. Далее с помощью той же лопатки аккуратно отклеиваем шлейф с подложкой. При установке новой подложки верхней частью она заводится под выступы корпуса, затем аккуратно прижимается пальцами. Далее на подложку устанавливается блок с кнопками и прижимается пальцами до появления характерного щелчка. Подложка нижних кнопок заменена.